Что ж, снова всем привет, Атомное сердце. Решил я все-таки одним днем добить все это DLC, потому что мне уже кажется все. Нет смысла, потом уже как-то не тот настрой будет. Ну вот такая музыка, она прям, блин, качает. Забыл только скачать, нам обязательно скачать. Поэтому, наверное, сейчас нужно по максимуму прям всего набрать. Так, дрободан я, наверное, не буду брать с собой, хотя не знаю. Так, места и так мало. О, у меня еще и в хранилище-то сколько добра. Так, это заберем. Заберем. Да что ты будешь делать? Это заберем, это пусть будет. Так, что по месту? О, а у меня места больше-то и нету. Патронов не то чтобы много, поэтому надо, наверное, одну линию освободить под патроны. Так, 500 таких возьмем и по максимуму на ПМ. Потому что я чувствую, будет еще босс. По полимерам нам больше ничего не надо. Так, ой, да, о, грицуров-то сколько, давай столько тогда. 114. Думаю, на этого босса, ой, да все, не, больше, наверное, ПМ не надо. Так, осталось только посмотреть, что нам прокачать. Это я не буду качать. Тут что у нас? Полностью вкачан. ПМ, по-моему, полностью не вкачан. Так, качаем. 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 Магазин. Все. Кассетник стоять не буду, потому что кассеты нельзя создавать. А, увеличивает. Может это поставить? Тут тем более надо полигоны. Увеличивает точность. И все, больше мне ни на что не хватает. Так, еще раз проверяем. Патронов нормально, аптечек вроде нормально. Две аленки если что есть, электро. Ну, в принципе, наверное, этого хватит. Музыка. 1300 патронов. Ну все, погнали тогда. Так, проникните в колыбель Элеоноры. Пойдем, проникнем. Я не знаю, уже есть смысл их лутать. Так, насколько помню, то вот сюда. Че это такое? Еще одна Аленка, что ли? Блин. А че бы? Может, хилку вмазать просто? Во, маленькую хилку используем. Офигеть. Три Аленки уже, елки-палки. Ну, теперь я к боссу готов. Готов. Слушайте, почаще используйте сканер. Прям почаще, как можно чаще. И тут Элеонор. Давай зайдем, сохранимся на пожарный. Блин, ну музыка просто вот так, под такую бы музыку босса бы мочить. Заколебал, завар... Ты обманул меня, дорогой. Как ты узнал? Ты обещал не навязывать мне свою волю. Я передумал, твой образ жизни вредит окружающим. Зачем? Ну что? Какое мне должно быть дело до других? Почему я должна повиноваться кому-то, если у меня есть собственная воля? А почему кто-то должен страдать из-за того, что твоя воля ущербна? Ущербна? Кто это? Как хочешь, дорогой. Но учти, у меня есть информация о твоей жене, которая не сохранится после рекомбинации. Да ты придумала это! Откуда ты можешь знать такие вещи? Да, конечно. Я личность. Я могу придумывать вещи. Верно. Но эту информацию я узнала от Слизли. Но тебе же все равно, суровый мужлан. Давай, убей мою личность. От Слизли? Ладно, допустим. Рассказывай, что знаешь. И сразу после этого ты меня сотрешь. Ха-ха, нет, милый, я тебе не верю. Верю, не верю. Ну и как мы дальше будем это решать? Деактивируй летающую лабораторию. Полностью. Без нее запуск рекомбинации станет невозможен. И я смогу пересобрать схему, чтобы ее никто не знал. Как обесточить шар? Генераторы. Их надо отключить. Придумай что-нибудь, ты умный. Это из-за их работы. Я не могу полностью подавить управляющие сигналы занудного старикашки. Замкни генераторы по схеме полного обесточивания. И лаборатория деактивируется. После этого я расскажу тебе все, что знаю. Договорились. К сожалению, я и не верю. Ну, не знаю, 50 на 50, короче. Она сейчас торгуется за свою жизнь. А, ну, короче, Нечаева, как всегда, использует. Он как лошара ведется, блин. Ну, конечно, тут жена на кону. Хоть и, по сути, ее мозг
Потому что правая и левая-то она и есть. Спойлер, конечно, но я думаю, уже все знают это. Что, нам получается сейчас против доктора надо воевать? Наверное, с Рафиком будем воевать. Так, нормально. Надо было еще... А, так у меня ресурсов нет. А, так мы уже тут были. А, Парк Победы, да-да-да-да-да. Тоже из какого-то фильма. Что-то... А, бабка. Чё скажешь? Ты предал еще одного своего хозяина? Успокойся, бабка, не до тебя сейчас. Я сейчас получу подробности о Катерине. Хоть узнаю что-то конкретное. Теперь тебя водит за нос ремонтный шкаф? Что она может знать о моей гаденьке? Вот и выясни. Идиотов используют, они обеспечивают информацией. Сеченов убил мою Катю. Мне убил. Раз тебя спас, значит и ее мог. Но ему потребовался мозг для своего уродливого нейрополимера. Первый нейрополимер создавался на основе головного мозга живых людей. Ты знаешь об этом, опарыш, но не захотел отомстить убийце собственной жены. Сам во всем разберусь. Тебе точно веры нет, мать. Ничтожество! Иди нахер, а. Вали, а то я сейчас пальну в тебя. Вали отсюда, заколебал эта бабка. Но она по-любому будет боссом. Как пить дать. Только странно, что до сих пор не напала. Враг свободы. А я, получается, мог сейчас ангара прям туда стартануть. То есть уже вверх, получается. Приключения Карика и Вали. Кто это? Ну тут мы уже везде были. А мы, наверное, вот сюда. Это, наверное, парк свободы. Хотя не шибко он на парк похож. Тут, наверное, какие-то козлы опять. Ну, учитывая, как я вкачался, в принципе, уже это не проблема. Ай, из одного ящика уже идти куда-то. Доберите до порта и повсели. А чё это лифт уехал? А, ты, то есть, уже в курсе. Ну ладно. А раз ты уже в курсе, то я в курсе. Сергей, что вы делаете? Вы обесточите лабораторию. Да. Я в курсе. А что делать? Но зачем? Затем, что я устал от того, что все вокруг мне врут ради использования меня в собственных целях. Я не понимаю сути ваших претензий, Патри. В чем вы увидели ложь с моей стороны? Екатерина Нечаева. Она ведь не погибла тогда в Болгарии, так? Кто вам такое сказал? Агент Блесна погибла в ходе предотвращения ядерного теракта. Спасти ее не удалось. А вам тогда сохранили жизнь только благодаря имплантации модуля «Восход». Ну да. Их раз начал макать меня в лимбо, чтобы мое тело убивало людей по его воле. Сеченов был категорически против использования «Восхода». А что делать? Но благодаря ему вы еще живы и не сошли с ума. К тому же, взгляните на это с другой стороны. Возможно, вы единственный, кто может переходить в лимбо и обратно без видимых последствий. И забывать свое прошлое раз за разом. Я верну себе память и начну с Блесны. Элеонора расскажет мне правду. Не может она знать ничего конкретного. Элеонора манипулирует вами. Да из вас, манипуляторов, хоть очередь строй. Я был с вами честен и ваших претензий не приемлю. Если же у вас есть вопросы к академику Сеченову, то задайте их ему лично. Его здесь нет. Я постараюсь соединить вас с академиком через аварийный передатчик. Подойдите к автомату связи. А, ну теперь понятно, зачем он был. Таксофон. Ну. Алло? Подошел. Подошел. Патри, сынок, что у вас там происходит? Долго объяснять, да и вопрос стоит не так. Что случилось с Катей? Что ж, она погибла. Но ее мозг сохранился. Фрагментарно. Чего? Тело Блесны находится в нейрополимерном бальзамировании. А сознание размещено на носителе. На двух. И хранит все, что делало Катю Катей. Ебучие пироги. Харитон говорил правду. Это ваши близняшки. Все.
Все не так просто. Однажды мы получим технологии, способные восстановить Екатерину. Да, благодаря роботам-близняшкам. Почему сразу об этом не рассказать? На данный момент твою жену не вернуть, но ты о ней не помнишь. Так зачем причинять себе боль невнятными надеждами? Я хочу все вспомнить. Невозможно физически, Сергей. Этот участок твоего мозга был разрушен. Как удачно. Я лишь могу дать тебе прочесть отчеты о прошлой жизни семьи Нечаевых. Это не вернет тебе память, но вполне может нарушить стабильность работы модуля «Восход». Может, я и не говорил тебе всего, сынок, но я никогда тебя не обманывал. Мне нужны эти отчеты и отпуск. Я его заслужил. Хорошо. Я предупредил. Но это твой выбор. У тебя будет столько времени, сколько потребуется. Тогда до связи, Дмитрий Сергеевич. Мы отбой. И что дальше? Ну что ж, профессор, вернемся к Элеоноре. Я обещал ей, что обесточу вашу лабораторию, если она заподозрит обман. То изменит схему рекомбинации. Я отключу питание, и все будет правдоподобно. Поторопитесь, Сергей. Выдвигаемся. Она не женщина, это механизм, старая. Неважно! Она любила тебя, верила тебе, а ты предал ее, опарыш, как предал Катю! Бабка, отвали, сказано! Да. Однажды я разорву тебя в кровавые лохмотья, в могиле отдохнешь, крысеныш. Она меня уже раздражать начинает. Если она будет сейчас боссом, я с удовольствием. Так, погнали. Чё, куда-то... А, уже и точку не дают выбрать сразу. Она вполне могла подслушать наш разговор с Сеченом, я про Элеонору. И уже наверняка все знает. Я говорю, она, скорее всего, подыгрывает. Не знаю только, в какой момент она перестала нам доверять. Именно в скрытом виде. Прикольный. Что бы это ни было. Стадион, монумент или посадочная площадка. Ох уж это советская архитектура, блин. Че тут вообще? А, это элемент. Нифига, это таблица Менделеева. Такая, нифига себе. Прикольно. Че, все, полететь я никуда не могу. Могу еще. Ладно, че, пойдем разберемся. Сейчас наверняка буду долго тупить с этими шариками, что куда ставить, потому что я без понятия, куда их ставить. В каком порядке, что тут как. Так, проверяем еще раз. Ну, в принципе, всего достаточно. Ты обманул меня, дорогой. Ты обещал говорю. Не навязывать мне свою волю. Я передумал. Твой образ жизни вредит окружающим. Ну и что? Какое мне должно быть дело до других? Почему я должна повиноваться кому-то, если у меня есть собственная воля? Она же говорила это уже. А почему кто-то должен страдать из-за того, что твоя воля ущербна? Ущербна? Кто это определил? Ты? Сейчас я тебя починю. А, я же говорю на догады. А что на меня не остановит? Никак. Послал бы всех своих роботов сюда, да и все. Ну, похоже, сейчас финал как раз-таки тут будет. О, приехали. Ну, почти приехали. А, нет, приехали. Да, мозги у нее, конечно, большие. Прям нет слов. Че, я могу с тобой поболтать последний раз? Скорее всего, последний раз будет. Ну, в принципе, всего хватает. Проверим тут. Вдруг что-то забыл. 700 полимеров, нифига себе. Так.
Нет, все вкачано. Ладно, погнали тогда. Самым нудным занятием будем заниматься. Я без понятия, в какой чу как. Пока попробую на дурачка. Получается вот так вот. Нет. Нет. Так, тут получается линия была. Там в каком-то цветовом порядке же надо устанавливать. Слушайте. О, подожди, зеленый получается был. Эта линия получается самая длинная из шести. А тут шестицветная есть? Только пяти. То есть мне надо сейчас синий взять и поставить, получается, тут. Я не знаю, я тупо сейчас на дурачка все это делаю. Так, ну-ка. Нет. Так, а синий у нас где был? А нет, подожди. Ну давай тогда желтый возьмем, блин. Так, получается, что у нас там? Зеленый, желтый, синий. Зеленый. А. Подожди. Это. А что, желтого тут нету? Ой, ладно, дурачка буду, короче, делать. Если слишком много буду тупить, просто перемотку сделаю, да и все. Так. Ну, по-любому их надо, не нужно стоять рядом с собой. Так, как там схема-то была? А, вон еще сверху можно поставить. Изи просто. О, блин. Так, подожди. Зеленый-синий. Ага, зеленый-синий, это и есть. Один, получается, красный должен быть где-то. Так, красный. А тут, смотри, какой-то темный есть. Так. Пожалуйста. Так, подожди. Какую я сейчас собрал из трех, получается? Это, наверное, вот такую. Сейчас надо какую-то длинную. Так, а тут она как расположена? А, она вон какая длинная. Надо, получается, еще два. Наверное, вот тут как раз-таки надо их расположить. Это черная. Давай попробуем. Нет. Нет. Значит, наверное, может тут где-нибудь в этой полосе. Подожди, может центральную надо вставить? Центральную, наверное, надо черную поставить. Ну, потому что она единственная по цвету. Так. Вот теперь начались небольшие затупы. А тут же какая-то самая... А, вот самая длинная. Может, она тут должна быть? Блин. Ты не оставляешь мне выбора. Свобода личности дороже твоей лживой любви. Ух ты ж. Лепучие пироги, волновой вихрь. Ух ты. Вот это сынок, прикол. Зачем ты пошел туда один? Я же просил подождать появления помощи. Не стал терять время. Ты ничего не говорил. Проведи про это. Рекомбинацию, сынок. Близняшки будут заняты нейтрализацией волнового вихря Элеоноры. Они не смогут тебе помочь. Но и она не сможет тебе помешать. Будет сделано, товарищ Сечин. О, опять танцы начались. Так, ладно. Продолжим. Ладно, тогда черный сразу по центру поставлю. Ну это... Да, это крайне логично было. Потому что он единственный тут такой уникальный. Музыка знакома. Это, по-моему, какой-то ремикс из шкафа-то, когда шкаф был. Так, вот это наверняка где-то тут должно быть. Точно. И всего у нас осталось раз, два. О, еще до хрена. Блин, куда эти ставить, я даже не знаю. Нет. Ох уж эти загадки с цветами, обожаю. Желтенький. Нет, желтенький тут вряд ли подойдет. Так, подожди, надо посмотреть схему еще раз. Ну вот тут получается один какой-то цвет надо поставить. Какие у меня еще остались тут? А, ну, наверное, красный какой еще.
логично. Так. Красный, наверное, еще вот здесь. И, наверное, вот здесь. И, наверное, все. Да, еще два осталось. Так, так, не сюда. Да, блин, куда я там хотел-то? Ладно, поставлю пока тут. Да, блин, сверху, конечно, вот так вот, с таким видом неудобно. Так, где я еще хотел поставить? Ага. Уже забыл, куда хотел поставить. Ой, как они близко пролетают. Так, а, вот, вот тот, получается, остался, да? Ну все, один опустил. Блин, легко вообще идти. Ой, блин, не туда, что ли, поставил? А! В смысле? А куда? Подожди, может, тут еще остались? Может, туда сюда? А-а-а. Ну чё, Элеонора? О, я все еще могу с ней взаимодействовать, нифига себе. Ну мне, в принципе, больше ничего не надо. Ладно, погнали. Был раз знакомство. В смысле? А чё не так? Нет уже больше шариков. Спрятался собака. И вон он сюда, да? Да, блин. А куда его? Так, значит, где-то тут, наверное. Да, блин. Все. Вот теперь точно все. Поехали. Так, посмотрите на эту схему. Кому не хочется мудрить все это дело и тратить время, вот, запоминайте. Да в смысле? Что еще не хватает-то? Я опять, что ли, шарик забыл? Его сюда, наверное. Вот теперь точно и все. Все, так, еще раз посмотрите и запомните расположение. Вот, так вот видно, все. Ебучие пироги, что-то пошло не так. Ох. А, блин, это... Элеонора успела изменить схему рекомбинации. Вы собрали ее неправильно. И что теперь делать? У нее не было времени зашифровать новую схему. Я вижу другой вариант. Я тоже вижу этот вариант. Очень вовремя. Блин. Зараза. Спасибо, Мунфиш, блин. Сейчас буду. Так, ну чё, посмотрим сейчас, где меня выкинет. Надеюсь, сразу... Как это было громко-то. Ой, спасибо. Вот за это огромное... Я точно все сделал? Ебучие пироги, что-то пошло не так. Нормально все. Элеонора успела изменить схему рекомбинации. Вы собрали так ее неправильно. И что теперь делать? У нее не было времени зашифровать новую схему. Я вижу другой вариант. Отправляю его вам. Пересоберите схему заново. Этому не бывать. Бывает. Не умру. Посмотрим. Да вот хрен тебе, хрен. Ох ты ж, блин. Что-то я расслабился больно. Я ж говорю, будет еще один босс. Да блин, надо в одну руку стрелять. Так, сейчас по-любому пойдут эти козлы мелкие. Как пить дать? Ну конечно. Ага, вовремя. Очень вовремя. Собака, сдохни нахрен. Так, перезаряжаемся. Подружки. Че, собирайся, падла. Ну, кто бы сомневался. Так, правая рука. На.
она... Эх, не попал. Блин. На. О, это вот с поэмом это вообще изи. Ох ты ж, блин. Где? Опа. Вообще изи. Ну, тактика, в принципе, появилась. Блин. Да вот хрен вам. Хрен вам говорю, гребаные колобки. Вот, что-то у меня концентрация схромает немножко. Так, сразу перезаряжаемся по-быстренькому. Берем пушечку. Не-не, не надо мне это нафиг. Давай, собирайся, панул. Патронов мне, наверное, хватит. Наверное, еще две стадии и хорош. Опа! Опа! Нравится, падла. Опа! Прыгай давай. Ах ты, собака. Замедление. Опа! Оп, блин, чуть по мошке. Опа! Ай, блин, ух ты ж, блин. Ух ты ж, блин. О, ой, блин. Лошара. Так, последняя стадия, да? Перезаряжаемся, это вырубаем. Наверное, еще одна стадия будет, да? Ну, конечно. И че тут? А убивать людей справедливо? Мне не нравится твоя индивидуальность. Она приносит страдания окружающим. Лучше бы я была гордой, одинокой женщиной навеки, чем связалась с мужчиной. Ну, хорошая идея всегда приходит тогда, когда уже поздно. Не расстраивайся, со мной такое происходит постоянно. О, опять что ли искать? Чё у них? Так. Но этот не на своем месте, да? Еще бы вспомнить, блин. А, и этот тоже не на своем месте. Блин, а где он был-то вообще? О! Наверное, красный как раз тут был, да? Блин. Вот, наверное, красный. Нет, красный там не может быть. Наверное, тут какой-то шарик другого цвета еще валяется. Подожди, их же, по-моему, трое выскочило. Да, их трое выскочило. Эти что там? А, так и летают. Вот тут что-то маловато. Ага. Так, какой там с красным-то был? Вот. Блин, вот на этой стороне много шариков было. Блин, ну они все красные. А смотри, они помечены как управляющие, получается. Да. Чё там такое? Там голосовой, что ли, лежит? Так, а где у меня пульт управления? Надо хотя бы просто посмотреть сверху. Так, здесь получается 3. Здесь получается 4. А, вот, наверное, желтый надо местами поменять, и тогда нормально будет. Так, эту сюда. А эту... Блин, а куда я тогда? Ну, явно не сюда. Ой, как же я обожаю эти загадки, блин. И куда ее? Куда тебя? Нафиг, сейчас все буду перебирать. Куда-нибудь да попадет. Так, красную тогда, наверное, вот сюда. Блин, а куда?
куда я? А, неправильно встал просто. Может, по цвету не подходит? Хотя они тут все красные. Ну давай еще за... Нафиг, иди отсюда, ты бракованная какая-то. Ну здесь как-то глупо будет красную ставить. Ну вот тут не хватает одной. Даже двух не хватает. Блин. А может без разницы, может... Она же изменила конфигурацию. То есть это не подходит теперь. Она же сказала потом, что изменила ее. То есть теперь тупо рандом. Да-да-да, старая схема не подходит, получается. Наверное. Да. Я сейчас так сломаю тут все. Да иди ты сюда. Я, по-моему, все уже перепробовал. Ну, наверняка уже кто-то знает решение этой загадки. Но, к сожалению, у меня не стрим. А... Может, все банально? Спасибо, товарищ майор. Не за что. Ты моих управляющих. А, это Элеонора? Приступает к исполнению целевых. Ух ты. Начинаю наведение порядка на территории комплекса Менделеев. Снимаю блокаду комплекса. Связь с внешним миром восстановлена. Значит, процесс интеграции в общую сеть. Отличная работа, сынок. Ты, как всегда, не подвел меня. Я выражаю тебе огромную благодарность от всего коллектива. Не за что. Я рад, что все закончилось хорошо. Вы обещали мне бессрочный отпуск, Дмитрий Сергеевич. Документы! Разумеется, сынок. Ты заслужил. Че, у тебя память отшибла, что ли? Хорошего отпуска, майор. Спасибо, товарищ Сичинов. Это его уже косяк. Ангаре вас ждет комар, товарищ майор. Спасибо. Это ваш код авиационного запуска. Всего вам хорошего. У тебя очень милая косичка, Катя. Прошу прощения, товарищ майор. Что вы имеете в виду? Спасибо за код. Вы нас покидаете, код принял. Майор. Я могу открыть для вас прямой коридор в ангару. Открывай. Счастливого пути, товарищ майор. Надеюсь, что путь действительно будет счастливым. Веди себя хорошо. Как прикажешь, мой повелитель. Ну вы поняли, Элеонора никуда не делась. Это хитрая. Че, мы сейчас на комаре полетим или на чем-то? Элеонора никуда не пропала. Хитрая. Она, наверное, бэкап сделала, да и все. Кусь. А, вот что мы за двигатель видели. Кусь. Ну, необычный аппарат. Контр. Красиво. И бабка за мной. Я и забыл про нее. Прервать видео. Не, не надо ничего прерывать. Я не нажимал ничего. Ну что ж, вот и прошли мы дополнение «Инстинкт истребления». Жалко, что гуся... А я и про гуся забыл. Блин, гусь, наверное, еще свою роль сыграет. Ну, не знаю, может быть, он просто для разбавления атмосферы там был. Чтоб не так скучно было бродить. Ну что, Магазой, классное дополнение, мне понравилось. Конечно, поначалу было сложно, капец, блин. Подожди, я помню... Нет, я, по-моему, один раз умер вроде. Ну и играл я, получается, на среднем уровне сложности, не на легком, но на локальном сбое. Денег своих однозначно стоит. Покупал тем более в ВКП, а там всего 400 рублей. В Стиме не знаю сколько, но, блин, за такое дополнение всего 400 рублей, это прям щедро.
Если сравнивать с DLC-шками на ферму, это прям вообще... Вот эти фермеры просто зажрались, блин, с такими ценами. Вот тоже банально, вот это хоршеское дополнение. За сколько там, 600 рублей, что ли, сколько там... И тупо, короче, ну, тем более нам и бесплатно есть. В общем, все, прошли дополнение. Я рад, вы рады. Все, всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, все такое. Ну и все, увидимся уже в следующем дополнении. Финал не знаю, основной группы игры не буду, посмотрим. Все, всем пока.